кровавый теракт в Багдаде унес жизни 21 человека. Ответственность за атаку взяла на себя организация ИГИЛ, запрещенная в России, запрещенная во многих других странах мира. Все произошло в шиитском квартале в северной части Багдада, сообщают представители служб безопасности. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство близ контрольно-пропускного пункта полиции. Здание мгновенно загорелось, вспыхнули несколько автомобилей, стоящих рядом. Десятки людей получили ранения, в том числе дети.